Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я хочу продолжать делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре инвестиционная платформа по заработку криптомонеты Tron. Называется Tron 3 восьмерки. Стартовал вчера 19 января. Сегодня 20. Регистрация наипростейшая. Email 2 раза пароль нажимаем на зеленую вкладочку «Зарегистрироваться». Не забываем о том, что это инвестиционная платформа, и все, что связано с инвестициями в интернете, всегда риск. И попадаем на домашнюю страничку. Значит, что нужно сделать? Идем в аккаунт. Вот здесь вкладочка «Вывод». Когда вы кликаете «Вывод», кликните, у вас здесь появится окошко, нужно ввести шестизначный пин-код. Вводите шестизначный пин-код, обязательно запомнить, так как он нужен будет при выводе монет. Далее, после того, как ввели пин-код, вот здесь у вас нужно будет прописать адрес кошелька, куда выводить монеты. Вот он у меня прописан. После чего нужно сделать депозит. Минимальный депозит здесь 30 монет. Значит, вот здесь трансфер то базик. Прописываете сумму. У меня сделан депозит, просто вам покажу. Далее Next. И вам дается адрес кошелька, куда нужно перевести монету. Вот сюда кликаете, адрес скопирован. После того, как монетки, 30 монет перевели, кликаете на зеленую вкладочку то, что пополнились. Все. И после чего монеты, вот они как бы капают на баланс. После депозита через 24 часа вот сюда внизу, Home, вот эта вкладочка, кликаем. И здесь нужно собирать свои монетки. Вот они, 4,50. Кликнули, собрали. Монеты капнули на вывод. Так. Вот еще. А это перекидывает на депозит. Вот монеты 4,50 я собрала. Сюда кликнула. Далее идем инвест. Здесь мы видим, вот мой депозит 30 монет. 4,50 мой доход. VIP 0 по нулям. VIP 1 у меня, как видим. И видим. VIP 1 30 монет, минимальный депозит 15% ежедневный доход идет. Далее идет там по нарастающей. Вкладочка, там находится реферальная ссылочка. Кликаем, ссылочка копируется, и как бы здесь будут отображаться рефералы. Первый уровень, второй, третий. Ну и все. Ну давайте теперь приступим к выводу. Вот здесь тоже как бы мой валет. Вот мой депозит, мой доход. Вывод 4,50. Значит, кошелек у меня прописан. Значит, сюда сумму ставлю. Минимальный вывод отсюда. Минимум. Вот он. 1 TRX. У меня на балансе 4,50. Адрес кошелька. Так. Кликаю вывод. И вот такая штука у вас появится. Нужно ввести пин-код шестизначный. Поставлю на паузу, введу, так это не получится. Все, я ввела пин-код. И что?
Ушли мои монеты. Я даже вот не понял. 4,50. 4,5. Наверное, ушли, потому что я ввела адрес. Ввела пин-код. Сейчас посмотрим, друзья. Я собираюсь, рассчитываю здесь подзаработать на этом проекте. Нет, монеты пока не поступили. 4,50. Так, адрес 4,50. Сейчас попробую еще раз пин-код ввести. Да, вот теперь у меня монетки вывелись. Меня перебросило на вот в аккаунт. Так. Давайте смотреть. Да, вот они, 4,50. Вот мои монетки прибыли. Платит инстантом. Ничего сложного. Опять же таки, не забываем о том, что это интернет и все, что связано с инвестициями в интернете, это всегда риск. Вот это уже работать здесь или не работать. Как бы дело хозяйское. Я лишь показываю вам, где я работаю, где я зарабатываю. Ну, а вы же думайте сами. В принципе, и все. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!